Седьмой муниципальный конкурс «Учитель года» по предмету ОБЖ проходил накануне в 39-й школе. Побороться за звание лучшего педагога решились 8 человек. В первом этапе соревнования преподаватели демонстрировали знания теории, а также личные профессиональные разработки. Но самое большое внимание в состязании уделено практике. Традиционно, наверное, самый сложный, ну и самый объемный. Включает в себя оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, умение ориентироваться, умение выживать в экстремальной ситуации, умение работать с оружием. То есть все этапы, которые позволяют проверить знания учителя, а соответственно в будущем учителю научить чему-то учеников. Победители прошлых лет не участвуют в состязании, чтобы дать шанс коллегам. По итогам муниципальных этапов представлять Ангарск на региональном конкурсе «Учитель года» будут Елена Петушинская из школы 31, Михаил Томашевский из десятки и Андрей Климович из 27-й.